Бонжур, Атус, привет всем. Делайте такие упражнения, как сейчас покажу, для разогревания организма, для суставов и для равновесия. Faites l'exercice pour le chauffer le corps et pour l'équilibre. Такие восьмерочки. Если у вас в начале не по... Si au début vous ne pouvez pas faire tout ça, c'est pas grave. Vous faites 3-4 fois, vous avez arrivé. Вы сможете это сделать с 3-4 раз, если потренируетесь делать восьмерки. Merci, всем здоровья!